Ссылки в Телеграм. Ссылка находится в шапке профиля. Заходим туда, пишем «Аня, хочу зарабатывать» и все рассказываю, все объясняю, на все вопросы отвечаю. Вот, работаем мы с... О, спасибо, кто написал. Короче, работаем мы с 16 лет. С 16 лет мы зарабатываем уже деньги. Если вы коммуникабельный человек, умеете читать, знаете базовый русский, приходите к нам. Спасибо большое. У нас есть коуч, который вас обучит. Обучение у нас, кстати, также оплачивается. То есть не в зависимости от того, сколько ты будешь сидеть, ты будешь получать деньги. Ну, то есть считается, ну, обучение – это рабочий день. Тебе оплачивается как рабочий день. Вот, поэтому мы тоже приходим на обучение. Также зарабатываем бабки. Депчик есть уже, ребятки. В общем... Что еще вам рассказать? Иногородним предоставляем жилье. Буду повторять это периодически. Офис, да, это офис, это офисная работа, это не удаленка. Смотрите, касательно офисной работы, это не финрынки, это не банки, это не Форекс, это не крипта, это не OnlyFans, не вебкам, это не брачное агентство и не мама-папа. По поводу темы пиши мне в Телеграм. Телеграм находится по ссылке в шапке профиля. Какой процент? Процент у нас 20 из закрытия. Да, звонилка. Процент у нас 20 из закрытия, плюс есть ставка. 10% ты получаешь чистыми. Документы ты можешь не приносить их вообще. Документы твои никому не нужны. Контроля у нас такового нет. Ты просто приходишь, мы на тебя смотрим, общаемся, знакомимся, дружим, все. Вот, поэтому не переживайте, документы у вас никто не заберет, не попросит, ну, это такое. Вот, также у нас нет системы штрафов, более подробно уже, да, я вам расскажу все в Телеграме. Телеграм находится по ссылке в шапке профиля. Также, что касательно жилья для иногородних, мы предоставляем. И также даем деньги на первое время, если есть такая необходимость. То есть мы не стесняемся, пишем, по какой стране работаете. Только по стране-агрессору. Исключительно по стране-агрессору. Не по Украине, не по Польше, не по Европе в целом, не по Казахстану. Исключительно по стране-агрессору. Все. Вот такие вот дела. Также есть бонусы к зарплате, подарки. То есть в зависимости от того, на какую сумму вы сделали деп, завод, вы еще получаете подарки в виде брендовой одежды или же эпловской техники. Эпловская техника – это наушники, прошки. Когда на холодке я сейчас сидела, я заработала себе на прошки. Мне подарили к зарплате, мне подарили прошки. Вот. Также это Apple Watch, последние, которые только будут на момент того, как вы передадите трубку, и она закроется. И последние айфоны. Последний айфон, там тоже в зависимости от той суммы, на которую вы заведете трубку. Последний айфон, который только будет на момент закрытия. Вот. То есть это все реально. Также брендовая одежда. Не согласна с вашим ТТ про флирт, манеру общения. Хорошо, я услышала вашу точку зрения. Но я же имею точку зрения свою. Я же, ну, мне насрано, как вы живете. Ну, типа, как вы с кем общаетесь. Я высказала свою точку зрения, все, не более. Возможно, вы меня немножечко не поняли и подумали, что это мизогиния немножко. Но нет, я могу объяснить конкретно. Если у девочки, например, есть парень, она в отношениях, но в то же время у нее в окружении миллион мужиков, которым она всем подряд дает шанс, с которыми она там флиртует, а потом такая: дорогой, я не шлюха, я всего лишь, у меня такая манера общения, флирт. Вот это минус нахер. В любом другом случае, как хотите, так и общайтесь, мне плевать. По приколу так общаются, и они сразу говорят, не говорят ничего серьезного. За процент и ставку все что угодно расскажешь. Нет, я вам серьезно говорю, у нас есть процент, 10 тысяч гривен. Еженедельно ты получаешь 2,5 тысячи. Мы на ставку не ориентируемся, это так, на проезд и так далее. 10 тысяч гривен. Процент 20% с закрытия трубки.
То есть это 10% чистыми. Это не 7,5%, как рассказывают другие HR. Это не 15 на двоих. Это чистыми. Ты получаешь свои законно заработанные 10%. Все. На лоха. Но если ты думаешь, что это на лоха, ну, извини, я заработала себе чистым процентом более 80 тысяч гривен за одну неделю. А за все время, что я тут работаю, это больше 350 тысяч гривен. Я полностью обустроила себе квартиру, я сделала себе губы, я сделала себе волосы, я купила себе айфон новый. Я ни в чем себе не отказываю, я съездила 2,5 недели, отдохнула за границей и в Европе, и на море. Поэтому, ну... Сори, я вот такая, какая есть, я вам рассказываю, вы будете со мной работать в одном коллективе. Смысл мне врать? Я сделала себе Наруто и Узумаки. Понятненько. Я просто... Где работа есть? Работа в Киеве, Днепр и Одесса. В данный момент интересует Киев. Если ты готова к переезду, пиши мне в Телеграм. Или готов, я не увидела. Пиши в Телеграм. Мы обеспечиваем жильем и деньгами на первое время. У вас есть молодой человек? Есть у меня молодой человек. Почему ушла с холодки? Я ушла не только с холодки, я ушла из клоуза. Потому что, ну не знаю, хотела еще себя попробовать в сфере HR. Вот такие вот дела. Все, давай не рассказывай, что ты себе купила, бо я зараз застрелюсь. Не надо застреливаться, ты шо? Ты шо, Степан, не смей, я с Киева. Пиши мне, значит, это Подол, район Подол, пиши мне в Телеграм. Телеграм находится по ссылке в шапке профиля и приходи на собеседование, когда тебе удобно. По поводу адреса всего мы, да, пообщаемся с тобой уже в Телеграме лично. Вот, пиши, не стесняйся, я не кусаюсь, пиши, Аня, хочу зарабатывать, и все. Суть работы, да, это офисы, это не финрынки, не банки, не брачные агентства. В общем, по поводу темы, пишите мне в Телеграм. Телеграм находится по ссылке в шапке профиля. Я за 15 минут работы в офисе заработала себе 12 миллионов евро и уехала жить в Каноху. Молодчиночка. Познакомь меня с директором. Что с директором? Я сразу приду к вам работать. Зачем мне знакомить тебя с директором? Приезжай и знакомься с нашим директором лично. Работа неофициальная. Если собеседование будет на месте, где работать будем, а не рядом, где угодно, пиши в Телеграм по этому поводу. Разберемся. Руслан, что ты так интересуешься, не знаю, моим директором, что ты интересуешься местом работы? Напиши в Телеграме, сам поймешь, что, ну, тут все реально, это, как ты сказал, не на лоха. Вайбер, могу поговорить об этом. В Вайбере, ну, не знаю, в Вайбере мы не работаем. Какой график? 5 через 2, с 8 до 6. Нет переработок. То есть мы не остаемся после 6 звонить дальше. А по субботам мы не встречаемся. Мы встречаемся по субботам только по одному поводу. Если выпить, посидеть в компании, пообщаться коллективом, вот только тогда мы остаемся в субботу. Вот, с уходом с офиса проблем никаких.